Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон, и я продолжаю проходить Warhammer Space Marine 2. Мы выполнили наши боевые задачи, помогли гвардейцам. И сейчас должны доложиться нашему командиру, капитану Акерану. Нормально ты, чел, телепортировался. Ультра-хорош, ультрамарин. Мне сказали, ты прибыл с лордом Калгаром. Ты сражался с ним на Вигалусе? Я сотни раз читал отчеты об этой битве. Великолепная оборона. Я исполнял свой долг в ином месте. У тебя необычный послужной список. С этим мне повезло. Мне нужны разведчики на этой позиции. Капитан! Подойди сюда. Капитан, механикус на линии. Они подождут. Это носик Бета-12. Архимагес Механикус. Должен был прибыть сюда уже час назад, но отказывается покидать Кадаку без данных из его лабораторий. Сейчас он на базе Имперской гвардии. Его лаборатория неподалеку. Враг приближается и скоро полностью захватит эту базу. Носик незаменим. Добудьте данные и эвакуируйте его. Добывающая установка. Если мы разрушим резервуары и направим поток в долину, мы сможем зажечь поля вокруг базы. Поджарим их Прометеем. Я выделю тебе небольшую команду, которая этим займется. Трое бойцов, не больше. Веди их в курс дела. Есть, капитан. Добывать данные для Механикус? Мы же Астартес. Тит, Лирео, готовимся к вылету. Ожидаю команды. Какие ребята стоят. Элитные. Так-так. Лейтенант Тит. Нам сообщили, что требуется наша помощь. Мой отряд должен добыть данные из лаборатории Механикус в секторе 41А. Крупный рой тиранидов угрожает этой лаборатории и базе Имперской гвардии к востоку от нее. Ваша задача — устроить диверсию на Прометеевом заводе и замедлить врага. Мы не подведем, лейтенант. Спалим гнусных ксеносов дотла! Времени мало. Инструктаж во время спуска. Брат, Магос Галео просит явиться в арсенал. Принято. Ух ты. Нам что-то дадут новенькое пострелять? Это звучит сексуально даже. Пиробластер немедленно возьми его в арсенале. Прежде чем экипаж... Твоё лицо давно не появлялось в моей визуальной системе, Тинто. Ты хотел меня видеть? Как проходит адаптация к новому статусу? Не жалуюсь. Любопытно. С вероятностью 0,9 ты должен был. У меня много дел, Магос. Что ж... Тогда прошу к терминалу арсенала. Я обеспечу тебя всем необходимым для миссии. Модификация. Открыть необходимую экипировку. И станция вооружения выдаст тебе ее. С момента нашей прошлой встречи многое изменилось. Но все здесь должно быть тебе знакомо. Амнисия с самого начала благословил нас проницательностью. Мы благословляем эту машину, чтобы она послужила тебе так же, как служит ему. Так, характеристики нашего оружия. Можно также узнать больше информации о способностях космодесантника. Болт-винтовка. Болт-винтовка. Вот, собственно, да, это образцы, которые еще закрыты в данном случае. А поменять оружие, узнать больше... Ну да, классика, классика. Болт-винтовка. Такая вот у нас мельт-ружье. Да, помню. Вот это мне, конечно, очень нравится. Автоматическая болт-винтовка, 35 патронов в магазине. Малая дальность, конечно, но скорострельность, мама дорогая. Поэтому, наверное, я ее возьму. Сталкер, марксман, такую мы пока еще не видели. Тяжелая болт-винтовка, тоже пока не встречали. Макроплазменный выжигатель, ух, снайперская. Хорошо ж, как же ж хорошо.
болт-пистолет. Плазменный пистолет. И тяжелый болт-пистолет. Вот я бы плазменный на самом деле взял. Давайте возьмем плазменный. Чисто ради интереса посмотреть. Цепной меч. Ну, боевой нож. Да. Плюс у нас будет громовой молот и силовой меч. Ух. Да, скорость, конечно, у ножа повыше, но сила-то у меча, у цепного, гораздо больше. Внешняк можно поменять, друзья мои. Крукс терминатус. Хочу, друзья мои. Хочу. Конечно же, я хочу такую экипировку себе. Ее давали за предзаказ. Во. Ну, красота же. Меняется чисто внешняк оружия нашего. И все, на том. Ну, неплохо, неплохо. Уже неплохо. Выбор экипировки довольно ограничен. Кстати, да. Наш арсенал не знает недостатка, но доступные варианты обусловлены особенностями текущей миссии. Принято. Благодарю, Магас. Можно просто Калио. Мы слишком давно знакомы для таких формальностей. Брать все на свете пушки нереально. Но я мечту свою лелея решил проблему гениально. Я обращаюсь к Магасу Галео. Галео, Галео, Галео! Извините, мне этот прекл не мог не пошутить. О, капеллан. А поле боя не будет места даже для малейшей ошибки в суждениях. Мой разум и намерения чисты. Пусть воля нашего возлюбленного примарха направляет каждый твой шаг. Я буду внимательно за тобой следить. Я обдумаю эти слова, капеллан, но сейчас меня зовут Дух. Неужели так капеллан боится, что Тит действительно может быть подвергнут влиянию ереси? Что в какой-то момент у него башня съедет и может что-нибудь произойти на задании. Значит, следующая операция потребует совместных усилий двух отрядов. Отдельный боевой отряд космодесантников совершит по приказу Тита отвлекающий маневр. Узнайте, что их ждет в миссии Инферно, которая будет доступна в режиме операции. Ок. Пуал. Пуал. Значит, перейдите к миссии Инферно на боевой карте. Но самое главное сейчас вот здесь вот собраться. По нашему сюжету. Утрата. Высокопоставленный член Adeptus Mechanicus, Архимагас Нозик Бета-12 отказывается покидать Кадаку без данных из своей лаборатории. Получите данные и эвакуируйтесь, пока ваши позиции не захватили тираниды. Цели на миссии – добраться до лаборатории и получить данные об исследованиях Нозика. Все, сделаем. Все будет в лучшем виде. А вот за второй отряд мы сыграем в операциях. Тем более, что у нас будет такая возможность. Очень здорово, что есть вот эта вот баржа тактическая, на которой мы находимся между миссиями, отдыхаем, прокачиваемся и можно поиграть действительно в режиме операции. Это будет круто. То есть игра такая очень неспешная, очень вдумчивая. Это хорошо. Кадаку, база Астра Милитарум, день 4. Мы долго не продержимся. Хотя бы миссии не вносите на меня. Майор. Аркеран наконец прислал мне покой. Архимагас, я настаиваю на вашей немедленной эвакуации. Это обязательно. Улечу только с моими нормами. Отправляйтесь в лабораторию, буду руководить по волосу. Готовьтесь к вылету, разберемся быстро. Майор. Наша вторая команда работает над планом, который выиграет вам время. Милорд, мы потеряли 3 отряда в этих лабораториях. Похоже, там что-то есть. Учтем.
Лора защищает. Кадаку, болото. В пути в лабораторию Адептус Механикус, 30 минут спустя. Выйдем на связь, когда будет информация. Уж постарайтесь. Жалко, здесь нельзя проход себе прорубить. Планетка. Эта вонь навсегда въелась в нашу броню. По сравнению с твоим обычным запахом, это прогресс, брат. Очень смешно. Сеносы! Вижу. Открыть огонь. Меняю магазин. Применил осколочную гранату. Таласа, у кадианцев мало времени. Насколько вы далеко от Прометиевого завода? Заходим на перерабатывающий завод. Пока что мы туда не пойдем, я хочу. Что это было? За нами охотятся. Хочу вот сюда сходить. Мне чисто интересно, что здесь есть интересного. Явно же это место не просто так. Но здесь лежит болт-винтовка с гранатометом. Ну, ради этих жалких пяти гранаток. Да, это неплохо, но... Выбрасывать такой отличный болт, который фактически как легкий пулемет, это неправильно, я считаю. Септим. Проклятие. Это дело рук Ликтора. Сержант Гадриэль вызывает несокрушимый. Двое наших братьев пали в бою. Пришлите апотекария. Никого тут больше нету. Позаботимся. Там патроны. Ребятки наши лежат. Обидно. Вот плазменный пистолет можно было бы подобрать. Да, вот у бойца нашего. Болт-карабин. Окулус. Ну давайте попробуем. Это мне пригодится. Большой какой боезапас у него. Что нашел? Вот они, суки. Вот они, суки. Бросаю осколочную гранату. Открыть огонь. Надо перезарядиться. Всем вам на подарочек. Говно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы затрахались, сука, стрелять, а? Заряжаю. Уроды. Вот эти вот говноеды. Лови. Шлепок. Блин, а Окулус довольно точен. Окулус довольно точен. Мне просто интересно, что здесь находится. Здесь находятся боеприпасы. И стимуляторы. Это славно. Ну давайте... О! Забавно.
Блин, жалко, не подбираются, наверное, патроны, боеприпасы для лазерного, плазменного пистолета, прошу прощения. Судя по индикатору, по интерфейсу внизу, который находится, они действительно неподбираемы. Цепной меч. Скучно. Ой, блин. Начинается свистопляска. Перегрев. Пусть пока остывает, а я обстреляю. Нет, народ, боеприпасы на плазменный пистолет подбираются. О, еще одно чучело. Смертью. Я надеюсь, что он сказал смертью, а не кое-что другое. Красота. Просто лепота. Еще гранаты. Вот как гранат, которые липнут к противникам, вообще к любым поверхностям, их всего по две в ящике. Собираю припасы. Так, что-нибудь есть? Сталкер. Болт-винтовка сталкер. Болт-винтовка сталкер. Болт-винтовка с гранатометом. Такой себе выбор. Прямо скажем, я уж лучше похожу со своей. Я такой нигде не видел. Снайперы! Следите за полями обзора! Охренеть, у тиранидов еще и снайперы есть. Вот это рофил. Надо перезарядиться. Готов применить особый прием. Молодец, Гадриэль, молодец. Лови. Тебе там должно быть сейчас очень хорошо. А мне нравится. Как же это было сейчас красиво. Он своей же клешней был убит. Тит оторвал ему клешню и вонзил в него же. Охереть. О, стимулятор. Лишним не будет. Наших товарищей не дождешься. Все сам, все сам. О, Чиназос, сюда. Сейчас мы такой Чиназос этим тварям устроим. Восполняю запас.
Ну-ка. Малый калибр. Это где-то рядом. О, наши. Держитесь, братцы. Помогите Астра Милитарум. Ой, бля. Начинается. Перегрелся. Умри, гнида. Ух. Да ядрит твою мать, как их тут много. Их прям очень много. Не в меру, я бы сказал, много. Да ёпта. Вы просто посмотрите на это, на что тут происходит. Так, все, надо бежать нахрен. Сейчас убежим, конечно. Кыш отсюда, пес сутулый. Ёбнули меня. Братья, помогите! Спокойно! Я тебе помогу! Спасибо, Гадриэль, спасибо, брат. Невозможно вывозить. С этими мразями, блядь. Их очень много. Вот правда, врагов здесь просто полчища. Честно говоря, я уже устал убивать ксеносов. Заряжаю. Наш долг еще не Я в ахере. Собираю припасы. Кошмар. Но гвардейцы пали. Гвардейцы погибли. Да, спора. Улей. А что будет, если я зайду вот сюда? Ну ничего здесь не будет. Хотя нет, подождите-ка. Подождите-ка. Тут у нас крак-гранаты лежат. Это я возьму. Стимуляторы. Ну вот, мне нравится, что в игре есть вот такие вот маленькие нычки. Это прикольно. Это прикольно. Как будто бы ничего серьезного, но... Почему бы не найти, почему бы не забрать хотя бы маленькие всякие ништячки-вкусняшечки. То патроны, то аптечку, то гранаты. А иногда даже планшет, на котором есть какая-нибудь запись. Я их слышу. Что-то не так. И даже видел. Знаете мне, что вот эта планета напоминает Кадаку? Она мне напоминает уровень Zen из Half-Life. Вот он. Оружие к бою. Прими смерть, ничтожество.
Бля, ну, невидимый монстр — это, конечно, что-то новенькое. Покажи себя, трус. Ликтор его зовут. Вот эта тварь, а. Ну, слава богу, я хотя бы не один. Я со своими бойцами. Со своими братюнями. Тит какой-то тормознутый стал. Епона мама. Он со своей младшей группой вышел. Что тут у вас? Гранаты. Автоматическую. Да, автоматическую. Вот эту вот. Красопету. Блять. Мне нужно быть внимательнее. Это писец. Это просто писец. Да перезаряди ты уже, ёб. Фартанулом. Блять, а нашли вообще по нему собирать стрелять хоть немножечко? Или они будут сосредотачиваться на мелких? Если на мелких, то спасибо, тогда... Ну да, блять. Они будут отвлекаться... Сраный спайс. Это просто край. Собираю снаряжение. Мне нужны срочно стимуляторы. Да ёб твою мать! Сейчас хорошо. Вот втроем месим его. Ой-ой-ой, стимуляторы. Гранату, держи гранату. Хорошо. Да перезаряди ты не... Вон она, мама. О, как это было сейчас славно. Да еб-то, блин. Угу. Бля. Это ужас какой-то, народ. Не описать просто словами мой шок вообще. Блять, гранат нету. Но, слава богу, он на Гадриэле отвлекся. Дружище, я тебя тоже, если что, полечу. Ты меня лечил. И я тебя тоже полечу. А может, не придется тебя лечить? Может, меня опять придется лечить? Перезаряди ты уже, блять. Все, сука. Минус клешня и минус жизнь. О, хорош. Хорош. Мега хорош. Были правы. Здесь охотился Ликтор. Полагаю, вы с ним уже расправились. Верно. Больше он вас не побеспокоит. Поняла, пилот. Так,
Это что у нас? Это крак-гранаты. А боеприпасы? Во. Я же здесь бегал много. Я же знаю, что здесь есть вкусненькое. Да уж, если ликтор это не босс, а просто юнит очень сильный, который есть у сеносов, то это вообще... Ликтор могучий противник. И достойный вызов. Не будь с нами лейтенанта, боюсь, мы разделили бы судьбу Кардана и Септима. Может, на них напало несколько таких тварей? Карабин укус. Нет. Ликторы охотятся в одиночку. Лаборатория в руинах. Будем надеяться, исследования Нозика не пострадали. Архимагас, мы на месте. Наконец-то! Спускайтесь на нижние уровни! Если подъемники работают, маршрут из прилову. Если. Угу. Ой, как заблевали. Все заблевано. Особый прием готов. Архимагас, вход заблокирован. Он матернулся так? Или что это было? Согласен. Что, они даже керамид могут прогрызть? Только дай им шанс. Чё-нибудь осенька. О, инфопланшет. Дерьмо. Вокруг куча потрошителей, я их слышу. Святой Ласка, пусть император направит твои выстрелы. Сколько у тебя патронов? Хватит, если надо будет воле императора. Ну вот и все. Потрошители всех уничтожили. Собираемся у лифта. Как всегда, шахая. На все нажимаю. Подтверждение. Фиксирую вашу сигнатуру. Подъемника 119. Удручающий медленный темп. Ты сиди там не вякай. Оскорбление неуместны, Магас. Во-во. Ошибочное суждение. Это не оскорбление, а холодный анализ. Я кое-что горячее тебе засуну кое-куда, куда солнце обычно не светит. За такие слова. Иной раз даже с орками общаться было приятнее. И то так. Лаборатория Механикус. Лаборатория Нозика. 20 минут спустя. Самые гуще сражения столько, сколько понадобится. Полагаюсь на вас. Брат, они пробрались под броню. Не заслужил он такого. Этот пиробластер поможет расправиться с потрошителями. Ух, пиробластер зажигательный, мама дорогая. Адриэль, несокрушимому. Брат Детсон пал. Принят. Передал координаты Апотекарии. Жертва нашего брата не будет забыта. Пиробластер это мы любим. Причем он визуально, знаете, что мне напоминает? Он мне напоминает огнемет Сатана из Турока. Они наступают. Только дальнобойное оружие. Отгоняй их пиробластером, а мы тем временем будем их отстреливать.
Так, это, я так понимаю, боеприпасы для пиробластера, да? Восполняю запас. Смена магазина. Адепты наши лежат. Гранаты есть, меч в наличии. Так, здесь у нас что? Лечебный стимулятор. Мимо такого мы точно не проходим. Вот точно мы не проходим мимо такого. Поэтому движемся далее. О-о-о-о-о-о-о-о! Да их тут тысячи! Похоже, нам нужна вон та дверь. Надо пробиться через полчища тварей. Сейчас. Кыж, бле! Как, сука, дихлофосом тараканов. Давайте восстановим питание. Только потрошители против. Перегрев, 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 перегрев. Быстро. Электропитание подано. Священные каналы активны. Обнаружены ошибки в божественном. Уроды побольше прибежали. Не подходи к ним. Ребят, сейчас помогу. Огнемет — это всегда было хорошее оружие против всяких инопланетных уродов. Очень хищных, грозных. Это испокон веку так повелось. Хорошо. Так, где тут баллоны с огнесмесью? Автоматическая болт-винтовка. Может ее взять? Наверное, пожалуй, что так и сделаю. О, бля! Че назас? Все. Болт-карабин. О, боеприпасы к пиробластеру. Лечебный стимулятор. Ля какая. Да, конечно, вот когда я играю сейчас, вижу этих тиранидов, сук, когда надают в руки огнемет. Такие, знаете, у меня приятные флешбеки к метро. Last Light, когда впервые играл и жёг паутину, пауков, вот этих жука-пауков. Это вообще было так кайфово. Слушайте, а карабинчик очень я даже... Одной рукой, конечно, его не подержишь. Но скорострельность, мама дорогая. Но мне больше болт-винтовка моя нравится. Yes, of course. Так, нам туда. Очень прикольный, конечно, экран. Стилевый, стилевый такой. Люди. Тела растворяют для отправки. По капиллярным башням прямо на орбиту. Мерзость. Этот кошмар нужно предать экстерминатусу. И как можно скорее.
сюда. Расчищаю путь. Прости, Кайрон. Не ты был моей целью, а эти суки. Шибко их тут много. А стало еще больше, бля. Это еще и стрелки. Ну лепота же, друзья мои, ну лепота лепотейшая. О, болт-карабин Окулус. Хочу. Это мне пригодится. Почему бы и нет? Боеприпасы к пиробластеру. О! Пацаны, а вы куда там лезете-то? Заряжаю оружие. Уж не к нам ли вы лезете? Собираю снаряжение. Навонял так навонял. Забрать их. Видимо, с той стороны, да? Надо перезарядиться. Бля, ребятки, как у вас мало жизней-то. Как бы вы не отъехали. Родные. Надеюсь, финал этого задания близок. Где ты увидел пиробластер? Или ты его подобрал? А, вот он, очередной, да? Пора за работу. Ну, с удовольствием. Отсюда, сука. Так, все, два стимулятора у меня есть. Этого достаточно игра считает. Хотя я так не считаю. Я выбрал 5 стимуляторов. О! Жалко, нельзя в рот огнемет вставить и зажечь. Вот при таком добивании. Это было бы ультра прикольно. Помните, как Джилл Валентайн сделала в Резиденте в третьем? Держи дистанцию. Токсины ксеносов. Токсины ксеносов? Какая-то скороговорка, ёпта.
Или такси на Ксеноса. Типа куда? На Красную площадь. На Ксеноса. Улица Ксеносов, 34. Да ядрит твою мать. Вы видите, что происходит? Ёпта. Я сейчас могу его так вот сделать. Бля, какое-то издевательство. Спасибо, Кайрон, спасибо тебе большое. Честно говоря, я не понимаю, что за каламбур, блядь, происходит. Вот эту гниду надо кончить, самое главное. Давай. Фух. Это Децл. Сигнатуры тиранидов упали на 90% и снижаются. Уничтожение роя подтверждаю. Отлично. Возвращайтесь на базу. Ух, мама. Там снайпер. Жалко, у нас нет никаких дымовых гранат или типа чего-нибудь для обходного маневра. Видали, что снайпер сделал? Какую чучу сотворил? Каждый раз, когда Тит или кто-то из наших напарников говорит «перезаряжаюсь», я сразу хочу пропеть и выстрелю в спину, ведь я любил тебя лишь наполовину. Не то чтобы я большой фанат группы «Три дня дождя», просто, но некоторые их треки мне видятся весьма и весьма привлекательными и, как сказать, слушабельными. Например, «Перезаряжай» и «Отпускай». О май. Честно, друзья мои, признаюсь, немножечко в яичках. Так, зашевелилась, признаюсь вам честно, да. Так, это гранаты, боеприпасы к пиропластеру. Так, наша задача какая? Очевидно, что сюда проникнуть. Очевидно. Прыжковый ранец, друзья мои, когда такое мы видели? Дайте мне сюда. Но нам нужно вот туда. Даже наших напарников задолбало это. Короче, нельзя выходить за пределы вот этой вот зоны. Кашу. Всех жечь, всех жечь. Они уже по умолчанию меня боятся. Я как только достаю огнемет, сразу они убегают. Сучьи потрошители. Ой, бля.
Возвращаюсь. Ну, слава богу. Все, сдох. Так, где? Понял. Идем туда. Здрасте. Держу позиции. У нас, кстати, шкала бежит, то есть мы можем понимать, какой прогресс у нас в удержании позиции. Другими словами, не двиг. Ребят, помогу вам. На добивание. Возвращаюсь. Секунду, братья. Секунду, сейчас я эту суку добью и все. И успокоюсь на том. Так, что-то топливо выходит. Ой, блядь. Да еб... Сука, зачем вас столько, блядь? Зачем же вас столько, сука? Зачем? А что тебе... Блядь, вы просто посмотрите на них. Сейчас и пацанов наших упорят. И меня заодно. Они мне даже не дают нажать на спуск. Надавить гашетку, блядь. Блядь, пацаны, держитесь. Сейчас. Петушара лежит. Петушара мертв. Сайкер чужаков уничтожен. Сука. Это очень жестоко. Такое большое количество юнитов, оно вот правда, конечно, это эффектно, это очень красиво выглядит. Но черт подери, как это, во-первых, нагружает компьютер. Во-вторых, ну, правда, изматывает. Очень много врагов. Все, поструячили отсюда. Нужно нелепое средство на общение.
Возвращаемся. Этот лифт идет на крышу. Я как-то сразу догадался, что нам нужно будет именно сюда. Да, друзья мои. Место крушения. Даже если Нозик еще жив, времени у нас мало. Наши братья на борту громового ястреба быстро разделаются с тиранидами. Если они сами уцелели. Вот. Не хочу об этом думать. Сегодня и так погибло слишком много наших. Мы на войне. Всех нас ждет смерть. Друзья мои, давайте доберемся до нашего подбитого корабля уже в следующей серии. Громовой ястреб вместе с нашими бойцами и с Адептусом Механикусом Нозиком обязательно будет нами найден, но в следующей серии. Огромнейшее спасибо вам за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Бусти, там видео выходят раньше. Удачи, дорогие друзья. Не болейте, берегите себя.